Citroën. S-кроссер. Ну, S4, да? Покажу, как поменять масло. Вот пробка заливная. Даю сразу совет. Чуть-чуть приоткрутите пробку. И воздухом сжатым продуйте вокруг нее и внутри нее все, потому что песка здесь немерено. Я уже его почистил, поэтому не покажу этот песок. Но его здесь немерено. Откручиваете с песком, весь песок туда падает. Щуп. Яма, яма обязательно, потому что фильтр находится в самом низу. Фильтр стоит мановский, 610-3, использую только их, проблем нет. Пробка сливная. Открутили пробку, слилось масло, открутили фильтр, слилось масло. Все это грязно, будет течь масло будет отовсюду. Все, потом фильтр закрутили, пробку закрутили, все насухо протерли, запустили автомобиль, нигде не должно появиться масло. Заливается туда 4 литра масла точно. Сейчас буду смотреть, может быть, еще чуть-чуть долью. Ну, на запас литровик, конечно, надо с собой брать в магазине, потому что 4 уходит полностью в двигатель. Двигатель 2,4. Крепление брони, конечно, здесь не очень хорошее. Вот такие уши, болты вкручиваются отсюда. Здесь трещоткой не подлезть, приходится обычным ключом крутить долго и раздражительно. Вот, в принципе, и все. Вся замена на этой машине масла в двигателе.